Всем привет! Не обращайте внимания на мой лоб. Тут вот отрывок видео, что со мной произошло недавно. Положили 13 швов, 3 внутри, 10 снаружи. Бывает. Заштопали меня. Получается вот об эту. Все нормально, все заживает, все четко. Сегодня мы едем на тот дом, который мы строим в лесу клиенту. Буду засыпать там траншеи. Такое небольшое видео сделаю. Сегодня погодка, конечно, такая дождливая, но такая приятная, приятная. Немножко сыро, но свежо. Как уже видно, что электрики свою часть работы не сделали. Мы уже устали им звонить, устали. Что-то с Америкой не то, короче, происходит. Очень все долго движется, очень тяжело получать разрешение. Люди обещают, но не приезжают, не делают. В общем, вот эта проблема. Строить стало, конечно, очень-очень неинтересно. Засыпать я могу только вот эту траншею. Полностью вот так вокруг дома. И вот здесь вокруг дома могу электрику засыпать. До вот этого места. А туда уже должны, как типа горэлектросеть, приезжать делать. Так что такие дела. Там вот делают уже септик. Это вот канализацию компанию наняли. Это вот такой 305.5i2 CAT. Кто помнит, мы здесь пользовали 310. Он чуть-чуть, почти такой же. Такой прикольный аппарат, мощненький. Здесь они будут делать септик, вот эту разводку этих труб. Как вы видите, сайдинг еще не начали делать. Не знаю, что вообще с людьми происходит. Наш красавец спрятался здесь, в кустах. Даже не буду его смазывать, что даже пачкаться не хочется. Bobik.
короче, записал. Для того, чтобы можно было потом показать, доказать, что мы насыпали песок. Потому что проверять уже никто не будет. И можно сразу же засыпать этим камнем. Для чего мы делаем песок? Для того, чтобы камень, который упадет, чтобы он на трубе не лежал и не продавил ее. Как бы песок немножко, подушечка такая. Что вот так, такие дела. Все, теперь можно засыпать грунтом. Я снял видео для службы, чтобы они тоже посмотрели, что песок насыпан. Так что можно засыпать эту часть грунтом. Thank you.
здесь перед домом вот так засыпал, трамбанул и покатался немножко, тоже уплотнил. Все классно получилось. Короче, здесь провели еще одну трубу. Здесь будет соединение такое Т-образное. Не знаю, куда дядя Леша дел, наверное, внутрь занес. Короче, эта вода будет идти на будущую баню. Здесь оставили в кольце. Осталось засыпать здесь. Отрывок тут. А это пойдет уже на баню. Здесь пока оставим. Когда септик Гай сделает, он прокопает, и мы ее там закопаем. А потом засыпем здесь. Такие вот планы. Не то чтобы мы забыли за нее, мы за нее всегда помнили. Мы просто не могли купить соединение. И, в общем, здесь соединиться. Я пока засыпать здесь не буду. Сейчас здесь засыплю поровнее. Кучу здесь сделаю, чтобы потом сюда ее. И все. И чики-пуки, как говорится. Такие дела.
общем, закончил. Сейчас покажу, как получилось. Здесь такой вот песочек вокруг нашего колодца, вокруг помпы. Так, вот так вот засыпал, потрамбовал и лишнее убрал, предполагая, что может немножко подсесть. Но it's okay. Если что, еще подсыпем. Здесь, как я уже говорил, оставили, чтобы соединить, потом засыпем. Песок. Все видно. Здесь тоже оставил, чтобы соединить. Здесь все выровнял, убрал то дерево, которое мешалось. Сейчас, может, чуть-чуть почищу вот здесь, а то чуть-чуть корень шатался и обвалилась. Так, а здесь вообще красота, ребята. Вот эту кучу я ее здесь распределил, выровнял, трамбанул. Вообще красота стала. И уже останется залить здесь бетонный такой лендинг. И класс. Конечно, маловато, еще туда надо. Здесь все сделал четко. Этот генератор накрылся. И здесь надо будет все засыпать хорошим слоем. Вот так где-то под дверь. Как там четко получилось. Бобик уже грустит. Здесь уже будем засыпать после того, как компания сделает свою трубу. Здесь будет дан. Я уже это, наверное, снимать не буду. Так что, вот такая работа. Здесь почистил чуть-чуть. Так что вот так, вот такая вот работка. Небольшое такое видео. Бойтесь Бога, любите жену, воспитывайте детей, работайте и не ешьте сахар. Всем пока. Ребята, приехал парень, который будет септик нам делать. Вот такой вот у него аппарат. Мощный, 12 тысяч паунтов. Если вот сравнивать, у нас 10, а вот это 12 тысяч паунтов. Вот это вещь. Еле-еле помещается на трейлере. Вот это красавец. Мощь.